Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду у нас цікава розмова. Гість сьогодні наш Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії. Але перш ніж ми його доєднаємо до нашого ефіру, будь ласка, поставте свої вподобайки, напишіть обов'язково коментар, не забувайте вказувати, з якого ви міста, бо нам важливо розуміти і знати, де нас дивляться, де нас чують, і таким чином розширювати нашу географію. І також попрошу вас, будь ласка, підписатися на YouTube-канал 24, а також на мій особистий, його ви можете знайти у описі під цим відео. Як і обіцяла, готова доєднувати гостям? Пан Романе, вітаю вас, слава Україні! Слава, бажаю здоров'я. І давайте розпочнемо з актуальних новин і з подій на території так званої Росії. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав про те, що відбувається там на Брянщині та Білгородщині. Це створення смуги безпеки для захисту українців. На вашу думку, це ось та демілітаризована зона на 100 кілометрів, про яку говорив Буданов? Так и есть, но это с нашей точки зрения. То есть для нас наши друзья, которые борются за независимость этих земель, Брянщины, Белгородщины, Курщины, Куряне, Воронежщины и Ростовщины, то есть эти все пять областей российских граничат с Украиной. И после развала Российской Федерации на земли, вот эти три земли, они будут граничить, так как соседи с Украиной. Ну, оптимальный вариант у нас именно на этих землях демилитаризовать российскую армию. Вот этим сейчас занимаются россияне, которые с 2014 года, сам помню, был советником, военным советником губернатора Донецкой области. Очень много россиян после захвата Донбасса российскими войсками, начало с ними бороться. То есть россияне пытались вступать в добровольческие батальоны, дальше в интернациональный легион, а сейчас они оформились в российский добровольческий корпус и еще в несколько параллельных структур. И уже как российская армия, можно так их называть, как российская армия освобождает российские территории, которые пока еще в составе Российской империи находятся. Вот это освободительная борьба с их точки зрения, освободительная борьба с нашей точки зрения, демилитаризация территории, то есть подготовка к демилитаризации территории. Мы, конечно, будем помогать, всячески поддерживать этому освободительному движению построссийских народов и этих частей армии. Она нам выгодна. И она лежит в общей парадигме освобождения России от путинского оккупационного режима. Давайте я трішки для наших глядачів поясню інформацію, яка відома на цю хвилину, про те, що Легіон Свободи Росії, а також РДК заявили, що звільнили начебто село Козинка, а в місто Грайворон нібито зайшли зведені загони. Губернатор Білгородської області Гладков підтвердив бої, як він говорить з ДРГ Збройних сил України. Російські пабліки повідомляють про бої в районах населених пунктів Козинка, Глотове та Гора Поділ. І попередньо відомо, що знищено прикордонний пункт пропуску Грайворон. А це що означає? Ось ті зуби дракона, які вони там виставляли і так ними хизувалися, вони не допомогли? Ну, зуби дракона, вони в основному були створені для определених корупційних схем, відмивались гроші. Це не створення фортифікаційних сооружень. У росіян нет лінії фронту по трьом областям. По Белгородской, Курской и Брянской. То есть, а это все чисто все было. Потому я как-то называл уже не один раз край непуганных идиотов. Вот эти три области с российской стороны, вплоть до Москвы. До Москвы там 450 километров. То есть полдня езды на машине. Потому это направление выбрано нашими уже партнерами, можно сказать, по российской добровольческих армии и национального этого освободительного движения. Это направление выбрано правильно, то есть движение на Москву в центр принятия решений
захват, в конце концов, Москвы, арест тех людей, которые приняли решение на выполнение боевых действий по Украине. Ну и дальше уже решение вопросов по построссийской, постимперской жизни тех государственных образований, на которые распадется Россия. Это уже будет в их ведении. Мы, конечно, будем помогать, так как это сопредельная с нами земли или государства, на которые будет распадаться Россия. Ну вот сейчас мы находимся в самом начале этого этапа. В самом начале этапа, потому ничего их не остановит. Это освободительное движение. Они обрастают мышцами. Они сейчас выполняют задачу формирования запасов воинской амуниции. Движение в районе Брянска, оно проходит как раз по направлению к двум большим военным базам в Климово и Клинцах. Ну а район Белгородчины – это как раз район также нахождения военной амуниции, военных баз южнее Белгорода. То есть там, где сейчас работают и южнее, и севернее Белгорода. Они зашли по двум направлениям. Как раз по направлению к военным базам. Для того, чтобы вооружиться российским оружием, это будут эти наступательные действия, которые выполняют эти бригады, они, думаю, принесут определенные успехи, и они будут вооружены. А дальше уже, если есть вооружение, то, в принципе, обрасти мышцами эти корпуса могут в процессе самого движения в сторону Москвы, в сторону центров принятия решений. А яку силу може мати цей рейд? Чи підтримують самі ж росіяни, ось місцеві мешканці, жителі Білгорода, Брянщини, якщо дійсно побачать, що ну ось росіяни прийшли звільняти росіян? При тому, чи будуть змушені російські окупаційні війська перекидати свій особовий склад зараз на їхню територію? Они могут это делать, они уже это сделали. Россияне перебросили две бригады главного разведуправления Министерства обороны и Генштаба Российской Федерации, то есть ПИЦУРу российскую, вот как раз пытаться противодействовать движению российских частей в сторону столицы. То есть они уже это делают. Две бригады, это до 5000 человек. Будет все зависеть от целесообразности снятия с линии фронта и о возможности переброски. Если это движение будет массовым, то есть оно найдет отклик у российского народа, то россиянам придется перебрасывать с линии фронта в это направление, прикрывать столицу. Она до сих пор не прикрыта. Повторюсь, это крайне пуганных идиотов. Направление абсолютно не прикрыто от военного воздействия. Потому и выбрали именно это направление россияне для выполнения своих задач. Колись якийсь військовий експерт на російському телебаченні пропагандистському говорив, що Збройні сили України можуть, в принципі, за добу дійти до Москви. Ну і зараз ми, по суті, бачимо, що це цілком реально. Так и есть. Расстояние где-то в 450 километров под прямой, пусть 500 километров, если это двигаться путями. А 500 километров – это несколько танковых переходов. И, в принципе, за сутки действительно можно до Москвы дойти. Вопрос, надо ли это Украине. Украине это не надо. Дело в том, что мы не россияне, нам чужая территория не нужна, не важна абсолютно. А вот россиянам, которые будут пытаться жить на этой территории, продолжать жить, им очень важна смена оккупационного режима. А режим находится в столице, потому вот именно это направление движения, оно приоритетно, оно понятно, и, естественно, оно будет поддерживаться нашим военным сообществом уж точно. Речник Путіна Пісков заявив, що начебто українська диверсія в Білгородській області – це відвертання уваги від Бахмутського напрямку і від, як він говорить, втрати міста. А також, за його словами, російські війська намагаються зараз знищити диверсантів, і їм для цього вистачає сил. Говорить, що все в них там під контролем. З приводу відвертання уваги від Бахмута. Ну, ми розуміємо, що це заява, вона просто притягнута за вуха, тому що не вбачає я особисто в цьому логіки. А як ви прокоментуєте взагалі ось цю реакцію Піскова про те, що начебто Путін вже в курсі цієї ситуації? Які їхні дії далі?
Скорее всего, они сейчас будут... Ну, во-первых, скорее всего, у них все-таки работает разведка, и они знали о готовящихся такого рода акциях и заходах российских вооруженных сил на территорию России со стороны Украины, потому и было переброшено две бригады главного разведуправления МО, вернее, ГШ, Министерства обороны. То есть Генштаб был в курсе, естественно, как-то попытался противодействовать такого рода действиям. Ну и точно Путин об этом знал, о готовящихся таких акциях. Они будут принимать решение после определения масштабности. Это очень важно. То есть если это будет масштабное движение, и масштабирование пойдет на увеличение, то тогда придется им перебрасывать определенное количество войск и как-то попытаться нейтрализовать эти российские части, освободительные части, которые уже находятся на территории России. Если военного эффекта не будет большого масштабного, то они попытаются с помощью спецвойск, частей спецвойск, тех же грушников, может быть, ФСБшников, подбросят в СИН, полицию, то есть попробуют с помощью силовиков внутренних попытаться выдавить эти российские части уже на нашу территорию. Это будет зависеть от развития ситуации. Ну а то, что прикрывать Бахмут, так это россиянам надо как раз прикрывать бегство ОПГ Пригожина из Бахмута. Они не выдержали. Они понимают, что в ближайшее время Бахмут будет в оперативном окружении, а значит, все, кто в оккупированной части Бахмута россияне находятся, они пойдут под уничтожение. И потому, убегая и бросая поле боя, ОПГ Пригожина попыталась как-то замять эту тему, рассказывая о победах каком-то захвате Бахмута. Ну а реальная причина – это как раз скрыть свое бегство и скрыть вот с точки зрения россиян, российского правового поля, это уголовное преступление. То есть они бросили поле боя и просто с позором убегают, по крайней мере, сейчас малыми группами они пытаются под нашими обстрелами пытаются выйти из города. У них это, кстати, не получается. Как только движение любой группы с этого капкана начинается, наши войска начинают отрабатывать, артиллерия гасит эти отходящие группы. И вот они малыми группами пытаются как-то выйти и забазироваться в районе Горловки. Там мы их видим, надо будет достать. Но как-то прикрыть, мы не работаем в информационном поле. То есть то, что сейчас происходит по этому направлению, то, что сейчас происходит в Белгороде и Брянске, это по плану уже освобождения российскими национальными и национально-освободительным движением. Это они по своему плану решают. А так как оно совпало с бегством Пригожина, я бы больше сказал, это сейчас россияне будут вынуждены прикрывать бегство Пригожина, вот рассказывая о каких-то великих боях с цими освободительными частями. Так, пане Романе, тут хочу наголосити, що дійсно операцію, яка відбувається на території Російської Федерації, проводять саме громадяни Росії, тобто це не Україна, це не силовики Збройних сил України. Але от всіх цікавить, я бачила вже в мережі навіть такі повідомлення, що а як на ці події відреагують наші західні партнери. Напередодні Володимир Зеленський говорив, що західне озброєння ми не будемо використовувати для нанесення ударів по території Російської Федерації. Сьогодні в мережі почали з'являтися відео, як начебто там колони танків, якась техніка, якісь літаки вже на території Росії. Незрозуміло, що це? Можете, будь ласка, пояснити і от з приводу реакції партнерів. Росіяни воюють проти російської окупаційної армії на території України з 2014 року. З 2014 року эти российские бригады, укомплектованные гражданами России, это очень важно. Это граждане России, которые воюют против оккупационного режима вот уже 10 лет. Там очень хорошая спецура, профессионалы военные. Они за это время разжились российским
вооружением, и потому именно с этим вооружением они сейчас проводят военные операции на территории России. И как раз задача этих операций дальше добрать уже оружие, которое есть сейчас в базах, российских базах, вот на территории России, куда они сейчас и идут. Направление в сторону Клинцов-Климово. Это две военных базы с большим количеством вооружений. И район Белгородской области, это тоже военные базы, туда, куда продвигаются российские освободительные части. То есть вооружение это российское. Россияне с российскими паспортами, российским вооружением выполняют освобождение российской территории. А как наши партнеры к этому отнесутся? Я думаю, они как раз с восторгом, потому что уже началось внутреннее освобождение Российской Федерации. Потому тут вообще никаких проблем нет. Про Бахмут ми вже з вами починали говорити. Я хочу більш детальніше продовжити. Є інформація, що наші військові розбили в Мотлох 72-гу бригаду ворога. Відомо про просування. І, як зазначає, 3-я штурмова бригада продовжує вибивати окупантів з позицій під Бахмутом. На 1730 метрів прийшли у довжину та вглиб ще на 700 метрів. І також заявляв Сергій Череватий, речник Східного групування військ, що наші військові просунулися приблизно ще на 200 метрів у районі Бахмута. От дійсно, ви зазначали, що вагнерівці зараз будуть втікати, і тому саме Пригожин вийшов і сказав про якусь там перемогу. А я чула ще таку думку, що зараз дійсно вагнерівці будуть намагатися втекти якнайшвидше, аби залишити там регулярні війська, аби їх оточили, і аби можна було на них звернути те, що начебто вони не змогли втримати місто Бахмут. Так и будет. Именно в таком режиме Пригожин сейчас и начал свою информационную кампанию. Только туда они заводят не только российские линейные части, а туда еще и заводят так называемый первый корпус ЛДНР. Это старые еще донецкие так называемые, которые вот не знают, куда их деть. Вот на утилизацию, скорее всего, заводят и в Бахмут, на место ОПГ Пригожина. То есть они хотят выполнить две задачи сразу, даже три. Выпустить Пригожина, утилизировать ЛДНРовцев, первый корпус, и потом еще информационно Пригожин ударит по генералитету, по штабам российской армии, так как никак они не смогут противодействовать нашему движению. Мы дождались сухой погоды, когда могла выйти техника. Раньше это было очень сложно сделать. Двигаться можно было только забрасывая противника мясными штурмами. А мы этого не делаем. Это россияне проводили такие операции зимой и весной, и осенью по плохой погоде. А как мы дождались сухой погоды, вышла техника, и мы начинаем их теснить. Как раз в полуокружении, беря в полуокружение Бахмут. И некоторые части Бахмута, то есть на этих высотах находится и городская черта Бахмута, допустим, район самолета, еще пару районов. Это превышение высоты, на которых мы находимся, контролируем их. Потому о том, что кто-то взял Бахмут или выдавил украинские части полностью, об этом речь не идет. Мы как их контролировать, так и будем контролировать. Тем более сейчас в район самолета туда раскрыта, разблокирована дорога движения военной амуниции с Константиновки. Та дорога жизни, на которую в свое время вышли россияне и заблокировали ее. Мы ее сейчас разблокировали, выйдя на Клещеевку. Это практически полная разблокировка этой дороги. Потому будем удерживать в предместьях по полуокружности Бахмута и двигаться дальше, сбрасывая россиян, в том числе и 72-ю, которую разбили. Там еще сейчас две бригады есть, с которыми работают наши войска. Двигаясь до полуокружения Бахмута. А дальше, находясь на возвышениях, на высотах, с помощью артиллерии будем уничтожать то количество россиян, которые будет в Бахмуте, внизу, в этом уже разрушенном врагом городе, будет как-то двигаться, пытаться передвигаться. Но они у нас будут как в тире. То есть как зайцев будем расстреливать. И вот потому и ОПГ Пригожина убежала.
понимая, что впереди только такая участь ждет тех, кто там остался. Ну от Пригожин говорит, что он будет выводить свои войска начебто 25 травня. А чи он сможе их вывести без втрат? И чи взагалі будет выводить, потому что он говорил, что 10 травня ось они пойдут с Бахмута, але в результате они остались? Немножко не так. Дело в том, что после 10-го, он правильно сказал, он после 10-го числа начал вывод ОПГ Пригожина. Вот сейчас, и сейчас он продолжается малыми группами не пытаются покинуть город и базируются где-то в районе Горловки, там где-то собираются, ну, где знают, наша арта знает, потому вывод малыми группами ОПГ Пригожина идет. Не останавливается. Вот он где-то за две недели пытается вывести свое ОПГ и где-то закончит, не начнет 15-го, он планирует закончить выход, 25 числа, планирует закончить вывод своей ОПГ. Две недели — это примерно, ну, нормальный срок для выхода малыми группами и сборов на лагерном каком-то плацдарме. Мар'їнка та Авдіївка. Ми менше говоримо про ці міста, але вони не менш важливі і там не менш гаряче, ніж у Бахмуті. А яка там ситуація? Чи посилюється ворог на цих напрямках? Росіяни намагаються контратаками помішати нашим наступальним діям, які проходять по всій лінії фронту і готуються в тому числі в Мар'їнці, Авдіївці. И рядом в том же Угледаре, то есть на всем протяжении Донецкого фронта от Угледара до Сиверска. Вот почему именно Мар'їнка и Авдіївка, именно эти два плацдарма, они находятся очень близко к городу Донецку, то есть практически граничат с городом, потому из города, из жилых построек россиянам удобно обстреливать наши войска, находящиеся в Мар'їнці і Авдіївці. От вони намагаються з допомогою артилерійської пораження, артої, авіації, ну і включая наземні штурми, намагаються видавити наші війська і контратаками перед контрударом, так називаємим, перед нашим наступальним дійством. От намагаються остановити це наступальне дійство, яке може бути закінчиться проривом, в тому числі і на Донецком направлении, так как именно с Мар'їнки в Авдіївку проходит дорога окружная, которая отсекает Донецк от Макеевки и Ясиноватой. То есть движение по этой дороге уже лет 10 планируют наши войска для отсечения Донецка, Донецкой российской группировки и ее уничтожения в городе Донецке. Вот они пытаются сейчас не допустить этого действия такими контроверсивными ударами. Сватівський відтинок. Аналітики Deep State пишуть, що найважча ситуація біля Масютівки, і в даний район прибули начебто зеки і бойовики з підрозділу Шойгу «Шторм-Зет», які вперед себе пускають зеків без броніків. Крім того, прибула значна кількість пілотів, які моніторять наші позиції 24/7 відразу з кількох бортів. Ось ця тактика з киданням м'ясом, вона продовжується і надалі? Да, они не заканчивали. Россияне с нее начали, и так она и идет. Она у них довольно-таки, исходя из их успехов последних, которые они иногда получают, именно эта тактика забрасывания мясом наших позиций самая выгодная. Потому они ее используют, включая и сватовское направление, то есть от Купянска до Кременной. Через Сватово. Дело в том, что там рядом российский кордон. Россия буквально в нескольких десятках минут, часов, может быть, езды, плечи, поставок очень короткие, логистические, хорошие логистические цепочки, с Валуек они идут. Ну и недалеко находятся аэродромы, с которых работает авиация. То есть количество самолетов вылетов туда десятками можно считать каждый день, как они пытаются, по крайней мере, с помощью неуправляемых реактивных снарядов, НУРСов, скабрирования, обстреливать передовые наши войска, то есть передовые наши рубежи. Увеличивается, пытаются они, по крайней мере, выполнить хотя бы одну стратегическую задачу. Движение в сторону Лимана, выдавить наши войска
из треугольника Купянск, Лиман, Кременная. То есть общее направление движения с севера на юг, с Валуев на Купянск, на Лиман, и с востока на запад, со стороны Кременной, на Торское, на Лиман. То есть вот эти два движения, они основные, пытаются их провести. Ще хочу запитати з приводу фейків, які розповсюджує російська пропаганда. От вони продовжують вже деякий тиждень розповідати про начебто ліквідацію Залужного і наших командувачів. У Міноборони спростували цю маячню, говорить Ганна Малєр, що головна мета Росії – це деморалізувати наших військових в момент критичної ситуації в Бахмуті. І заради цього і купа передчасних повідомлень також і про начебто взяття міста. А ось такі вкиди, вони дійсно можуть працювати на наших військових, чи все-таки вони більш розраховані на їхнє населення? І ще я пам'ятаю, ви розповідали, що вони таким чином намагаються віднайти, де там той Залужний, де Сирський, бо вони їх загубили там з поля зору. Але ж вже минуло декілька тижнів, і вони все рівно продовжують. Так они так и их не нашли. То есть, как только началось наше наступление... Сирський був на Бахмутському напрямку. В первой декаде началось наше наступление, и вот они потеряли наших людей, ну, командующих, которые принимают непосредственное участие в принятии решений. Ну, то есть это люди, которые по иерархии секретчиков являются носителями совершенно секретной информации или гостайны. И вот они при выполнении такого рода задач, как сейчас проводятся, то есть сейчас идет наступление, впереди прорывы, они закрываются полностью от любого контакта те штабисты, которые участвуют в принятии решений. То есть, естественно, россияне потеряли часть генералитета, в основном это потеряли, в смысле не понимают, где они находятся, не понимают, где впереди, в каком месте будет прорыв. И вот для того, чтобы хотя бы хоть как-то восстановить контакт, вот как-то определить направление прорыва, они пытаются вот таким способом, вбрасывая информацию неправдивую, ИПСОВ так называемую, пытаются вынудить наш генералитет, который занимается планированием, вынудить выйти в эфир, и дальше опять их пеленговать и вести. Вот и вся проблема. Тут ничего такого великого нет. Это понимание у нас, оно есть. Не выйдет до принятия решения по направлению прорывов. Не будет никого в эфире, кроме тех генералов, которые непосредственно занимаются управлением войсками, вот как сейчас это делает тот же Сырский, ну, то есть люди оперативного уровня, отвечающие за оперативное направление. Они исполняют задачи, они не всегда принимают решения, выполняют задачи, вот они их выполняют. И здесь, в принципе, все ложится в общую парадигму протокола безопасности. У россиян как бы не было распиарено их разведка, она уже не та. До советской КГБ им уже не подняться. То есть это где-то уровень... В основном российская разведка, она уже после того, как на геликах начала носиться по Российской Федерации, они ушли больше в криминал и в экономику, а не оттачивали свое мастерство по разведдеятельности. Это уже зажиревшие коты, я бы так их назвал. Потому вот эта потеря нашего руководства военного как раз это и свидетельствует. Вертолітопад продовжується у Росії. От зараз повідомляють, що в Білгородській області впав російський вертоліт, попередньо Мі-8. Це сталося поблизу населеного пункту Прохорівка. А ще сьогодні стало відомо, що військовослужбовець Збройних сил України збив російський вертоліт Мі-24 у Донецькій області. Ну і напередодні також була інформація, що над Чорним морем вдалося збити ворожий багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35, який летів бомбардувати Херсон. Ось це нова історія для української війни. І що взагалі буде відбуватися далі з авіацією? Ну, это продолжение тех операций, которые были раньше, они чуть потухли, их интенсивность, то есть наступательных действий и наших, и российских, или противодействия одним и другим.
активизация авиации. Авиация всегда активизируется тогда, когда пытается одна из сторон проводить наступательные действия. Вот эта активизация, ну а активизация авиации приводит к определенному количеству уничтожений, ну то есть вывода из строя авиации. Вот мы и слышим, мы за последние две недели услышали о чуть ли не десятке уничтоженных российских бортов, причем разными средствами поражения и зенитно-ракетными комплексами, и ПЗРК, и некоторыми моментами, связанными с БПЛА. То есть и на земле, в том числе, российские летательные аппараты повреждались туда, куда БПЛА добирал. Но это как раз говорит об активизации самих боевых действий. Это прямая зависимость. Она будет продолжаться, то есть чем больше будет этой активизации, как сейчас пойдем в прорыв по одному или по нескольким направлениям, опять же увеличится количество самолета вылета у противника, но они будут нарываться, самолеты будут нарываться на все более и более плотную систему противовоздушной обороны. Количество зенитно-ракетных комплексов у нас постоянно увеличивается, наши партнеры нам помогают, причем зенитно-ракетные комплексы и армейского уровня, то есть очень много Кроталей, Аспидов, Гепардов у нас сейчас есть, включая то есть и ПЗРК в том числе, то есть армейская ПВО, которая будет работать с все большей и большей результативностью за счет плотности. Поэтому милости просим, российские летчики, помереть в небе Украины. Увидел Украину и умер. Вот это самый оптимальный вариант для России. Пане Романе, а чому росіяни тоді не застосовували так часто авіацію в 2014 році? Ми розуміємо, що це для них зараз велика складова. А тоді? Они почему? Они с самого начала вторжения очень мощно использовали авиацию, особенно в первые недели, пока до них не дошло, что то, что Канашенков вместе со Скобеевыми рассказывают о полностью уничтоженной системе ПВО авиации Украины, это просто очередная утка информационная. То есть пока до них дошло, мы несколько десятков самолетов снесли, они не понимали, откуда же это идет такая беда. Но после того, уже когда после сотни уничтоженных бортов до россиян догорел их мокрый фитиль, в конце концов, и они перестали выходить на подконтрольную территорию Украины. Они же не заходят на нашу территорию, боятся. Они почему в последнее время попытались активизировать работу, сбрасывая авиабомбы, уже планирующие, то есть с обвесами, с копипастили джедамы. То есть это как раз из-за этого, боясь подходить на дальности уничтожения наших систем зенитно-ракетных комплексов, они сбрасывают авиабомбы, которые планируют еще до 70 километров, 40-70 километров. Вот в таком режиме. Но сейчас мы уже и их и за 70 километров достаем, когда у нас появились дальние системы поражения. Но появится F-16, мы их за Можайск загоним с таким подходом. Потому вот этот как раз это время, пока мы не начали активизировали наши наступательные действия, россияне были в загоне. Только последние месяцы они вот с помощью авиабомб планирующих как-то пытаются участвовать. Ну а им придется, как только мы начнем наше наступление, вернее, прорыв, наступление уже началось. Как только начнутся прорывы, им придется уже жертвовать самолетами, жертвовать летчиками, ну как-то пытаться его остановить. Ну вот здесь я и говорю милости просим. Здесь мы их и перещелкаем. Здесь, если в одном заходе по 5 бортов отминусовываем, то в принципе, если их будет больше, то счет опять пойдет на десятки в сутки. Я маю на увазі, що з 2014 року вони якось наче активно не використовували авіацію, при тому, що вони розуміють, що зараз у нас дійсно є система протиповітряної оборони новітня, наші союзники нам допомагають. Тоді були, можливо, якісь домовленості, чи вони все-таки боялися також залітати? Ні, з 2014 року, ну, во-первых, в 2014 году у росіян все-таки була парадигма о том, что с 14 вот по 22 парадигма о том, что у нас здесь внутренний конфликт. Ну, то есть вроде как было не с руки залетать, и понимая, что мы также будем их сбивать, а падать-то они будут на нашу территорию. Для того, чтобы не участвовать в этом процессе, они не залетали, но вынудили наше политическое руководство, скорее всего,
через Меркель, тогда она занималась сдачей нашей территории, вынудили наше, или, может быть, и наше политическое руководство, Порошенко этим делом занимался. То есть подписать какие-то договоренности о неприменении авиации на оккупированных территориях. Потому украинская авиация могла выполнять задачи, но не делала этого. Вот из-за счет этих договоренностей российская, скорее всего, авиация тоже из-за этих же договоренностей не выполняла полеты над оккупированной территорией. Это вот все к фрау, так сказать, фрау Меркель и Порошенко. Вот они когда будут отвечать перед следователями о сдаче украинской территории, это госизмена, 111 статья, я думаю, как раз они там и расскажут, а что было, что это так было такое, что наша авиация не могла освобождать и участвовать в освобождении украинских территорий. Пане Романе, давайте поговоримо про бавовну в тилу ворога. Вибухи на тимчасово окупованих територіях все частіше лунають. Є новина про два вибухи сьогодні у Маріуполі. Напередодні під Донецькому районі окупованого аеродрому Моспине демілітаризувався склад БК. І взагалі сили оборони протягом тижня знищили в тимчасово захоплених Росією територіях нашої держави 21 базу та склади з озброєнням ворога. 21 база за тиждень. Это хорошие темпы? Да, это идет формирование поля боя будущего. Причем уже видно, что границы этого поля боя, ну, чуть ли не вся оккупированная украинская территория. То есть мы везде достаем любую точку там, где у россиян есть более-менее серьезные склады, центры принятия решений, авиационная техника или личный состав, туда приходят наши ракеты дальние, которые у нас уже есть, те же Storm Shadow, то практически весь спектр дальнего вооружения, который у нас есть, мы его применяем. От М-31 для Хаймерсов с дальностью 85 километров уже до 300-километровых Storm Shadow. Потому попадаем и по складам в Мариуполе, в Бердянске, Мелитополе, в том же Луганске, Москина это Донецк, под Донецком. По разведанным складам с большим количеством боеприпасов туда вот сейчас прилетает. Причем это еще это только начало, то есть сейчас только разогреваются наши хлопцы, которые ответственны за дальние средства поражения. Это будет еще увеличиваться. Мы в неделю, я думаю, дойдем до сотни ударов. Это такой оптимальный вариант, исходя из средств доставки. То есть у нас определенное количество тех же пусковых установок или авиационных средств доставки. То есть, исходя из того количества, где-то до сотни ударов в неделю. Я думаю, в ближайшее время мы будем считать и нашим слушателям докладывать. Просто вау, хочеться дочекатися, коли ми будемо дійсно ось так рахувати. Але я загалом хотіла також про інтенсивність обстрілів запитати, що вона так змінюється. Буває, що кожен день залітає, а то й по декілька разів на день. А буває так, що спокійно, там тихо, там через тиждень якийсь вибух знову на Луганщині. Це особливості розвідки чи чекають, поки туди щось підвезуть? Ну, это все зависит от того, какую награду получают наши ракетчики после хорошо проведенной операции. Если хорошую награду, то долго восстанавливаются после хорошего застолья. Шучу, конечно. Хотя здесь тоже кое-что есть положительное. То есть идет режим, проходит режим разведки, до разведки уточнения. Это очень важно. Причем и разведка, и доразведка, и уточнение работы, подтверждение, корректировка. Это целый процесс, в который включено несколько служб иногда по разным направлениям. Потому мы и видим иногда вот такую плавную, как на волнах, увеличение, уменьшение количества, по крайней мере, работы. Но при наших, перед нашими прорывами, то есть вот, почему можно будет определить, что вот уже начался прорыв? Эта скорость и количество ударов по глубокому тылу, оно увеличится в несколько раз. Вот с 20, допустим, до сотни по неделе уже можно говорить о том, что в ближайшее время будет где-то прорыв. То есть это такой взаимозависимый процесс.
У тимчасово окупованому Сімферополі вночі зникла електроенергія, було повністю знеструмлено місто. А це що, активізувалися партизани? Ну, партизаны, скорее всего, работают в основном, их же тоже очень закрывают, прикрывают, то есть и не посылают на, в принципе, такие задания, которые может выполнить другой какой-нибудь средство поражения. То есть партизаны используются в основном для подрыва железных дорог с идущими по ним военными составами. Здесь очень сложно дистанционно это сделать, потому как раз вот штурмовые группы занимаются такой задачей. А уничтожение средств передачи энергии по военным объектам, для военных объектов, выполняют в основном беспилотные летательные аппараты. Это оптимально, это дешево, это не так страшно и с малыми последствиями. Даже если, допустим, не долетел, не выполнил, то следующий долетит и выполнит. А в России, в Крыму, у российских частей, там около 150 стационарных военных объектов, которые питаются из общей энергосети. Естественно, любой трансформатор, если от него питается и военная часть, он является легитимным военным объектом, который подлежит уничтожению. Потому иногда бывает, уничтожая вот такой военный объект, а российские населенные пункты подключены вот тоже к этому трансформатору, потому они обесточиваются. Но это уже проблема россиян, то есть они должны перераспределять электроэнергию между военными объектами и гражданскими. То, что они не сделали. Но еще раз повторюсь, такого рода проблемы — это проблемы оккупационных властей, согласно любого принятого документа мирового по этой истории. Ну, они же хотели блекаут, то нехай отримують теперь. Пане Романе, давайте про F-16 поговоримо, тому що це також топ-тема, особливо після візиту Володимира Зеленського на саміт G7. Ігнат сказав про те, що нам ніхто не буде передавати поштучно F-16, буде щонайменше ескадрилля, а це приблизно 12-14 літаків. А якою є потреба нашої армії? Минимальное количество самолетов, которые оптимально использовать при разворачивании у нас, это очень много вещей, связанных с подготовкой аэродромов, инженерно-технического состава, эксплуатационных частей, которые эксплуатируют самолеты с инженерной стороны, специальных инженерных служб, которые подготавливают ракеты и вооружение. То есть оптимальный вариант — это иметь 40 самолетов бригады. Это 3 эскадрильи, 36 самолетов, по 12 самолетов плюс звено управления, 4 самолета, то есть 40 самолетов бригад. Это оптимальный вариант такой минимального использования количества самолетов. Ну а то, что нам надо для полного перевооружения, это 5 бригад, это около 200 самолетов. То есть, ну это 200 самолетов для того, чтобы перевооружить все наши воздушные силы, авиацию воздушных сил на новые типы самолетов. Но я думаю, к этому мы придем с помощью наших партнеров в течение определенного количества времени. Ну а для выполнения наступательных операций достаточно будет минимальное количество, около 40 самолетов. От, до речі, з приводу того, чи будуть Сполучені Штати Америки нам надавати F-16, поки інформації немає, бо говорять, що Байден поки що не вирішив, чи буде Америка передавати ці літаки. Але, що цікаво, журналісти попросили Байдена прокоментувати, якою ж буде реакція Росії, і він сказав, що нехай вони бояться, бо це ризик начебто для них. Дуже цікава думка, тому що начебто такі сміливі висловлювання лунають із сторони Байдена. Якщо нам дадуть таки F-16, чи буде перевага у повітрі з нашого боку? Ну і загалом, як ви прокоментуєте ось цю реакцію Байдена на це запитання з приводу реакції Росії? Ну, Америке здесь нечего бояться. Ну, тем более, имея такую армию, имея такое количество атомного, ядерного оружия, которое у нас забрали в свое время. Это нам есть чего бояться, пока не восстановим статус ядерной державы. А Америке как раз бояться точно нечего.
Они передадут, во-первых, это может быть не Америка. Америка просто разрешит некоторым странам, которые готовы перевооружаться. Они уже перевооружаются, то есть F-35 получают несколько стран взамен F-16, а F-16 нам передадутся разрешения американцев. То есть сама Америка передавать самолеты, наверное, и не будет. До этого, еще раз, нет в этом необходимости. Достаточное количество бортов находится для передачи, готовы к нам передачи на территории европейских стран. Подготовка летчиков будет быстро, то есть по ускоренной программе с использованием всей имеющейся базы и инструкторов, и спарок самолетов у наших партнеров, и симуляторов наземных средств, которые симулируют полет для подготовки к выполнению настоящих полетов. Это все произойдет очень быстро, потому что точно мы уже самолеты точно получим, я думаю, к концу лета, начало осени, это уже понятно, 3-4 месяца подготовки. А вот, допустим, то, что как могут россияне на это ответить, на передачу наших самолетов, ну, увеличением количества используемых российских самолетов. Но они просто к F-16 подойти не смогут по разным причинам, и по системе наших ПВО, и по самим тактико-техническим данным F-16. А он на голову выше любого российского самолета по авионике. Дальше видит и дальше уничтожает. Потому ничего россияне нам не смогут противопоставить. А вот российские базы потеряют точно, когда появятся самолеты, российские военные гарнизоны, и потеряют, скорее всего, весь российский Черноморский флот. Несколько там десятков посудин болтаются по этому рукомойнику, которым Черное море называют моряки и летчики, маленькая лужа по большому счету. Их там уничтожить с помощью самолетов будет очень легко. И именно на это и намекал Байден, когда говорил о том, что мы не против использования F-16 на территории Украины и региона. А вот и региона — это и есть Чорне море. Пане Романе, вам дякую дуже за детальний аналіз, як завжди дуже цікаво. І спасибі за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Роман Цвітан, військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії, був із нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, поставте свої вподобайки нашій розмові, напишіть свої коментарі, можете також написати запитання, які ми в наступному нашому ефірі будемо задавати пану Роману. Ну і також буду вдячна за ваші підписки на YouTube-канал 24. Ну і всім дякую, звісно, за увагу. Бажаю тільки хороших та приємних новин. До зустрічі!